Да, Артем, вот пишу видео тебе так, чтобы было понятно. В общем, у нас есть страница, например, не знаю, там, туристическая лицензия. И здесь ты сделал возможность вставлять видеоролик. Соответственно, мы когда обновляем, у нас вставился ролик, да, видео. Вот он фоном там идет, да? Вот. Мне нужно, чтобы я вот сюда вписал какой-то код, чтобы у меня этот видеоролик был внутри маски. То есть, грубо говоря, нужно вырезать маску, чтобы она была не статичная, ну, не обязательно статичная, то есть знак не должен меняться. Вот. То есть, грубо говоря, нужно сверху подкладывать вот такую вот, ну вот такую вот эту самую маску. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы я согласовал завтра страницы. Блин, не получается. Мне для каждой страницы нужно согласовывать видео, как это видео будет выглядеть внутри знака. Знак сейчас реализован там, ну, плохо, туда сейчас быстро ролики, видео не вставить, поэтому мы принимаем решение делать маску, просто вырезать ее в фотошопе, да, вот, грубо говоря, и в эту маску, чтобы она была, ну, прозрачной, да, чтобы там ролик видео крутился внутри знака. Вот, то есть выглядеть это должно вот таким образом. Ну, Денис сказал это делать, там вообще не вопрос. Я думаю, что это несложно. То есть вот есть у нас фон, который мы там задали в админке, да, например, поставили мы фон синий, да, вот. Синий фон поставили, вот. А дальше, соответственно, у нас внутри этого синего фона, то есть он сверху, а под фоном у нас, вот где белое, да, где белое идет, у нас это самое, видеоролик там какой-то идет. Вот. То есть нужно просто, чтобы я в админке, вот тут вот, внутри админки, мог ставить какой-то div, который мне будет давать вот эту возможность. Соответственно, чтобы этот ролик был у меня сверху, чтобы появлялась вот эта вот, грубо говоря, синяя плашка с вот этим вырезом, да, знака. Знак можно использовать вот этот вот сарпа, который идет этим, ну, треугольником вверх. Вот. Посмотри, скажи.